8 команд победителей Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России приняли участие в 16-м Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям, который прошел в Дагестане. Началось спортивное мероприятие с приветственного слова заместителя министра МЧС России, главного государственного инспектора по пожарному надзору Анатолия Супруновского. В Дагестане мы проводим уже в этом году второе мероприятие всероссийского масштаба, за что большое спасибо руководству субъекта. Как всегда, мероприятие проходит на высоком градационном уровне. Вопросам безопасности людей на водных объектах министерством уделяется особое внимание. В настоящее время у нас уже принят в первом чтении закон о безопасности людей на водных объектах, который в осенней сессии будет принят. Коллеги, это впервые нормативный правовой акт на уровне страны принимается, именно связанный с вопросом безопасности людей на водных объектах. Отметим, что соревнования проходят с целью повышения уровня профмастерства госинспекторов по маломерным судам и пропаганды культуры безопасного поведения на водных объектах. В течение 4 дней участники демонстрировали уровень теоретической подготовки, умение оказать доврачебную помощь пострадавшим на воде и многое другое. Своими впечатлениями о соревнованиях поделился старший государственный инспектор Якутского отделения номер 1 Центра ГИМС Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Виталий Осипов. Конечно, организация на высшем уровне. Люди здесь дружелюбные, гостеприимные, встретили, все отлично. По итогам всероссийского чемпионата почетное первое место заняла команда ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия, второе по Московской области, а третье место заняла Волгоградская область.